какая красота. Там эти все капельки на ветках. Вообще, и небо такое сиреневое. И все какие-то такие цвета. А я сижу вся в этих узорах. И они, знаете, как эти узоры оттрафаречиваются везде на стены. И я все как в вологодских кружевах. Вообще класс. Юлька куда-то ушла. Куда она пошла? А, в магазин, сахар закончился. А Хурита вот ее ждет. Я сварила уху. Сижу в темноте. Жду, когда она придет. Вот. Уха тут уже наварилась. Я даже не притронулась. Потому что люблю, когда она такая, знаете, наваристая. А второй день, например, если сейчас она ее не доест, то можно будет налить в тарелочку, поставить в холодильник, и будет как холодец. Очень люблю из ухи холодец. Блин, как же он меня при этом примагничивает к себе этот фонарь. Не оторвать глаз. Хотела пойти попить чай, а там все идет этот самый, как он называется, снегодуж. Так красиво на улице вообще. Кто-то звонит мне. Пойду открою. Хурита, кто там? Твоя хозяйка пришла. Открываю! Это я услышала, а тут тетечка какая-то сказала. Открываю, смотри, как хвостом машет. Кто там? Кто там, Хурита? Кто там? Красиво на улице вообще. Закончился дождь? Вчера мыла пол и внизу нашла, смотрите, такого кракозяблика. Видите? Какой смешничий. И вот пришпандорила. Вот там под мойкой нашла его. Тут, видно, детки жили или что, не знаю. Вот такой у меня теперь кракозяблик. Подруга мне купила булочку. Так что жизнь удалась. Детей на улице. Хочу лимончика тоже положить в чай. Вот лимончик. Пахнет как лимончик. Очень вкусно. Пойдемте. Подруга в WhatsApp написала, что подстригла свою знакомую. Я говорю, а меня? Она говорит, нет, Ирочка, мне нравится. И что у тебя? Короче, длинные волосы. Тебе так хорошо. Ну, а как же я? Может, важнее, что мне нравится. В общем. Эту белую дверь. Ой, шандарах. Бомба уже наступила. В нарисованных... Смотрите, какое сиреневое небо. Обалдеть. В нарисованных джунглях нельзя заблудиться. И все машинки в белом снегу. Так красиво. Да, мы с вами никак не выберемся куда-нибудь.
Я обещаю, что обязательно выберемся красиво. Да, ночью кажется, что это жовто-блакитный, но это оранжевый цвет. Боже, какие же они красивые. Как же это все показать? Даже вообще не представляю. Нет, нельзя. А в нарисованных заблудиться и не съест никого нарисованный зверь. Только верю я, верю, что может открыться эта белая дверь. Это белая, белая дверь. Все мокро, смотрите. В снегу, видите? И в воде. Не пофиг, я все вытру и присяду на холодное и почти на мокрое. Но я буду на курточку садиться, поэтому ничего страшного. Это как красиво, там сиреневое небо, реально, мои любимые. Так красиво. Что-то сзади. И эти капельки. Не оторваться от них. И там с зонтиком идет человек. Вообще. Я прям вся в этом цвете. Это мой любимый цвет, вот как небо сейчас. Это белая дверь. Это белая, белая дверь. В общем, я села. Везде так красиво, прям как будто везде высыпали алмазы и не знаю чего. И бриллианты. Надо хоть капюшон одеть, потому что идет и снег мелкий, и дождь. Как кайфово. Так хочется передать то, что видишь глазками, а не то, что снимает камера. И вот очень редкие минуты, когда можно это сделать. А там какие капельки. Давай, Люся, давай. Видите, вообще не снимает. А там все такое красивое. Ну, в общем. Люся, Люся. Что-то пытаюсь снять, ничего не снимаю. Юлька ушла с Хуритой гулять, не стала есть уху, сказала, пусть она настоится, потом приду и все съем. И что? Приятного аппетита. Боже, какие там цветы. Цвета вот от фонаря, такой цвет, и от этого, от неба, они так соединяются, вот тут сиреневый, а вот тут розовый, получается такое, вообще такой цвет обалденный. Короче, я не могу оторваться, у меня какое-то видео получилось скомканное, ну немножечко передала вам вечернее такое чувство. Просто шикардосная какого-то восторга и праздника. Люблю вас, мои хорошие. Всем божественного вечера. Сейчас покажу, какие у меня камешки в кармане. Вот достала. Смотрите, какие. Вот это мой любимый цвет. Розовый кварц. А вот это какой-то там сердолик или что-то, не знаю. Мои любимые цвета. Mm-hmm.
Очень красиво, они прям подходят под те цвета. Сказка. Спасибо, что вы есть. Буду сидеть, втыкать, тупить, потому что не могу сейчас снимать видео. Я вся так с открытым ртом разбираю эти цвета, эти звуки, эти запахи свежести. Очень классно.